Салам алейкем, Арбина ханум. Исэнэсэс. Вот. Что такое вкусное опять готовите? Ой. Ой, у нас сегодня будет очень вкусный полбинный беляш. Какой Слышали о таком беляше? Полбинный. Беляш из полбы. Беляш из полбы? Да. Опять из полбы? Слушайте, что полба настолько важный продукт для татарской кухни? Это полезный очень злак. Нет, с тыквой все было идеально. Да. Тыкву до сих пор вспоминаю. Ага. Вспоминаю, облизываясь. Очень вкусная тыква была. Спасибо вам большое. Спасибо. А балиш, разве это не мясо, картошка, лук, масло, бульон? Причем здесь полба? А раньше, потому что готовили балиш до появления картофеля, именно из дикой пшеницы, полбы. Поэтому... Оно именно пришло издревле. Это старое национальное наше традиционное блюдо. Альбина, очень полезное. Ну сейчас в любой ресторан пойди, любую книжку по татарской кухне открой. Везде написано картошка, картошка, картошка. Да, с полбы, вы потому откуда что... откуда узнали про эту полбу? Вы же молоденькая еще. Откуда вы-то это помните? А? У меня мой учитель передала этот рецепт. Она обучила меня... традиционному, именно с полбой, так как она уже на протяжении 50 лет готовила. Вы обязательно расскажете мне про вашего учителя. Да, она здесь. А сейчас я хотел бы узнать состав теста. Да? Так, для теста мы... Это мой авторский рецепт. Я его сама разработала, потому что... Давайте от муки начнем. Сколько муки? Да, у меня тут в равных пропорциях. А, не так. Мука у меня где-то грамм 700-800, в зависимости от того, какая так. мука у кого. А остальные ингредиенты получаются сметана, сколько? Молоко, сливочное сметан? Масло по 200 грамм. Сметана, молоко, масло, все по 200? Да. Да. Так. Соль, сахар. Немного разрыхлителя или чайной соды. Сколько сахара примерно вы взяли? Я взяла соль. Ну, 1:2. Сахар получается чайная ложка. Соль у нас идет 2 чайные ложки. И 1 яичко. 2 чайные ложки, 1 чайная ложка и 1 яйцо. Да. Очень просто все. Да. Легко запомнить. Зато, знаете, очень вкусное получается такое. А, это второе яйцо зачем? Это для смазывания нашего беляша, перед тем, как отправить мы его смазываете, в печь. Да? Да, обязательно. Целиком яйцо берете или только желток? Я беру обычно, чаще всего мы используем деревенские яйца. Деревенские, они у нас очень желтые. И не обязательно только желток, а можно целое яйцо. Так что же это за педагог такая? Что это за учительница? Где вы у нее учились? Это какое-то специальное учебное заведение или как было? Почти на протяжении 10 лет я уже готовлю татарскую национальную кухню. И она помогла именно с самого начала. Мы вместе начали работать. И всем классическим, скажем таки, рецептам именно я обучилась у нее. По ее авторским рецептам, а со временем я просто внесла свои коррективы, так как уже как уже мне. Это не будет большим секретом, если вы назовете ее имя, фамилию этой женщины. Галимова Нурзихан Нафиковна. Галимова? Нурзихан. Ага. Нафиковна. Ясно. На нашем районе, скажем таки, в Балтасинском одна. Вот здесь Балтачи? Да, да. Эта женщина жива-здорова? Да, да. Познакомитесь? Да, обязательно. А что вы киваете туда? Она что? Здесь. Как мы? Пригласите в кадр. Пригласите, пожалуйста, женщину. Пригласите, пожалуйста. Это не, как мы некрасиво поступаем. Как это так? Учительница сидит на табуреточке, учительница, педагог, которая всему научила, а она вот стоит тут перед камерой. Идите сюда, идите сюда. Идите сюда, садитесь. Нет, не выходи.
Нет, садитесь. Нет, садитесь. Мне с вами поговорить надо. Мне с вами познакомиться надо. Понимаете? Альбина, конечно, девушка красивая, но мы приехали за крепкими знаниями о национальной кухне. Скажите, пожалуйста, разрыхлитель, это продают в магазинах. Вот когда-то моя мама, например, готовила, никаких разрыхлителей тогда в магазине да, не было. Сода. Что использовали? Чайная сода. Чуть-чуть. И что-нибудь добавляли еще к чайной соде? Нет. Только чисто чайной да. соды и все. Если дрожжевой, дрожжи положили. Если это пресное тесто, это чайная сода раньше было. А есть ли, пожалуйста, какие-нибудь секреты в отношении вот замешивания теста? Я пробовал готовить вот зорбалиш в печи, да? У меня, честно сказать, тесто не самое удачное получилось. Какие секреты в отношении теста, скажите? Секреты уж мука, сметана, яйцо, разрыхлитель, масло. Все? Да, а вот у меня получилось таким плотным немножко, таким вот немножко твердым тесто. Вода получилось. Не надо. Воду не молока надо. Молока или там сметана и яйцо. Знаете, я в книгах читал, написано на 700 грамм муки, в книге написано, 200 грамм сметаны. Да. Значит, у одной женщины смотрел, молодая женщина, хороший повар, она положила не 200 грамм сметаны, 70 грамм сметаны, побольше масла. И так можно? Хорошо получается и так? В общем, одним словом, чем больше масла, да. тем вкуснее да. татарская да. еда. Да, точно. Большое спасибо вам. А, как вы полагаете, ученица-то справится дальше с этим вот зорбалищем? Обязательно, молодцы. Спасибо вам, да. спасибо. Вот опять что-то удивительное для меня. Ну сколько я видел мясных пирогов, всегда мясо и лук отлично готовятся внутри пирога. Почему вы решили обжарить и лук, и мясо? Ну, в классическом рецепте так и мы и делаем. То есть у нас и мясо сырое, лук, картофель, все в сыром виде. А в данном случае у нас начинка доводится до полуготовности, потому что полба, она очень... Долго. Так у вас фактически и полба тоже ведь уже полуготовая, да? Да, да. Поэтому и мясо аккуратненько, и лук. Все мы доводим до полуготовности. Но при этом время приготовления беляша, оно примерно так же, как и приготовление классического, традиционного. Из сырого мяса, да? Из сырого мяса, картофеля по времени, то есть также 3-4 часа томится. И еще...
еще кое-что удивляет меня. Ну, по сути дела, картошка завоевала весь мир благодаря своей дешевизне. Да. Когда-то использовали, например, относительно дорогие каштаны, угу. и которых не очень-то много еще и соберешь. Да. А вместо каштанов люди стали использовать картошку. Но угу. полба-то Но... совсем недорогой продукт. Почему? Почему заменился? Почему полба заменилась картошкой в татарских блюдах? Ну, потому что изначально, до того времени, пока картофель нам завезли, мы использовали именно крупяные, именно крупа, в данном случае это дикая пшеница, и за ее полезные свойства мы, татары, очень любим использовать. Давайте по-другому скажу. Вот, по так. вашему мнению, какой борщ вкуснее? С картошкой или с полбой? Конечно же, с полбой. Ну почему тогда все не готовят с полбой, а готовят с картошкой? Потому что его рецепт мало кто знает. Вот одна из, даже сказали в Казани, в Татарстане, буквально несколько человек, которые готовят именно полбиной балеша. И в это число вхожу и я. При этом в том году я приготовила свой рекордный балеш 71 килограмм. Вот в этой как раз-таки печи. 71 килограмм? 71 килограмм. Они, нельзя было приготовить, не знаю, 20 балещей по 3 килограмма. Мы готовили его на праздник, поэтому нам важно было накормить чем больше гостей, пришедших на День молодежи. Да ладно, вам просто покрасоваться это. Хотелось. Вам хотелось показать, что вы какая-то необычная, да, кулинарная. Да, я люблю ставить рекорды. Скоро мы приедем в Москву, в Измайлово, на Чест-Ти. Мы будем готовить гурьевскую кашу, поэтому это мы делаем, любим. Так. Гурьевскую кашу вы будете готовить в Москве. Да, на Ну, тогда уже раз мы об этом сказали, скажите зрителям, где, когда, пускай приходят, да? Будет проходить в Измайлово с 11 по 14 сентября. Ну, это, правда, проводится только для шеф-поваров, для кондитеров. То есть это такой, скажем таки, фестиваль именно для... Да у нас все подписчики шеф-повара, у нас нет ни одного. Тогда приходите. Это, на самом деле, очень классное мероприятие для нас. Мы там получаем довольно-таки большой багаж знаний, потому что каждый шеф-повар делится своими секретами. Вот. Вот гурьевская каша все-таки блюдо, ну, такое, прямо скажем, русское. Да, но... Почему же вам приходится готовить ее, а не поварам, скажем, там, из регионов Нет, средней там полосы на России? Самом деле будет нас порядка, наверное, 10-15 шеф-поваров. Просто мне это нравится, и я хочу тоже быть в числе этих поваров. Также готовить, пробовать, ставить рекорды. Почему бы нет? В том году мы приготовили шакшуку. Это 171 килограмм. Также в Москве, также в Измайлово. Поэтому я уже как по традиции хочу каждый год приезжать к вам в гости. Нет, вот эта гигантомания, мне она, откровенно говоря, не всегда понятна. Приготовить вкусно, приготовить необычно, приготовить что-то новое. Вот это очень интересно. Сегодня я, находясь у вас в гостях, я узнаю что-то новое. Потому что, ну, пирог с картофелем и с луком и с мясом, мне и мама готовила там, я в детстве, там, не знаю, там, 50 лет назад ел, там, 55 лет назад я это ел. Здесь меня ничем не удивишь, но вот пирог с полбой, ну, фактически это разновидность каких-то злаков, да, почти что пшеница, да, полба. Да, все верно. Да, и пшеница в тесте. Это интересно, как это прозвучит. Я пока что самое не могу главное, себе представить, вкусно. Как это, насколько это будет, какой вкус это будет иметь это блюдо. Ну, это каша. Запеченная. Ну, конечно, вы масло положили сюда сливочное масло, сюда сливочное масло, и будет вкусно. Конечно. Это вы раскатываете нижнюю часть пирога или крышку пирога? А это мы раскатываем, чтобы сделать красивый орнамент. В данном случае я хочу сделать цветочек. У нас на балеше есть такая сверху дырочка, чтобы мы могли туда заливать бульончик. То есть поэтому... пока просто выемкой делайте кругляшки, да? Да. Опа, что это будет? Это будет красивый цветочек. Ну-ка, я посмотрю поближе.
Розочка. Все. А еще мы сделаем на нашем беляше красивые лепесточки. Это вот это вот кулинария для девочек. Да. Мы мужчины, мы ребятам готовим, чтобы просто было вкусно. Чтобы было, ну, в крайнем случае, много, там, умеренно много, да. Но мы же сначала кушаем глазами, да. Чтобы это было красиво. А девочки, вот они, вот они, у них есть способности вырезать, да. Делать розочки. Первый раз вижу. Никогда вот... Нет, вернее, я видел в готовых изделиях, но я никогда не видел, как это делается. Mm-hmm. Ну, довольно просто, ничего трудного. Альбина, ну вот я смотрю, вы сейчас теперь раскатываете тесто вот под эту сковородку, под размер сковородки, да. Так, чтобы оно свисало за борта сковородки немножко, да, чуть больше по размеру сделали, чем сама сковородка. А вот когда вы делали этот балич на 71 килограмм, как вы тесто раскатывали, такой круг? Сколько метров должен быть этот круг тогда? У нас была изготовлена специальный стол, так. Метровая сковорода, ну и тесто, наверное, где-то 1.5 метра. Мы раскатывали как раз-таки с Нурджихан апа и с моими девочками. Из разных кусков делали и склеили? Это был цельный кусок, мы кусок. Маленькими скалочками, просто каждый стоял со своей каждый стороны. Каждый свою сторону раскатывал. Да, все правильно. Ну, кто же вам поднял эту сковородку? Кто вам ее в печь засунул? Она была очень тяжелая. Нам помогали ребята, конечно же. Наша задача была приготовить, раскатать, собрать. Скажите, пожалуйста, сковородку надо смазывать маслом? Обязательно мы ее смазали растительным маслом. Чтобы у нас Но ведь начинки гораздо больше, чем поместится в эту сковородку. Конечно. Это и секрет нашего баляша. А? Это все туда у нас зайдет. Как зайдет? Ну, смотрите. Ну, сковородка вот она, а тут у начинки таз. Сейчас. Как этот тазик может поместиться в сковородку? Потому что это крупа. Вот если бы картофель, конечно же, да, вот был бы полный тазик, то бы нет, но... Не поместился бы? Да. А крупа, она что, она какая-то как резиновая, что ли? Как поместить? Рассказывайте, объясняйте, мне же интересно. Я дождаться не могу. Здесь секрета нет. То есть вы видите, что у нас уже практически вся начинка зашла, но еще место есть. Вот сколько еще начинки. Давайте сделать так, чтобы не пропадало. Ничего не пропадало. А не то я ее с собой в Москву заберу, эту начинку. Так. Это же царский пирог высокий. А можно сделать как-то вот так, чтобы вот он с горкой был такой, да? Конечно. Мы последние вот наши уже крупинки. Чтобы было на плов похоже. Пожалуйста. А вы говорили, не влезет. Удивительно, удивительно. На самом деле, я уже в третий раз за время съемки этого сюжета удивляюсь, да? Что уместилось, что почему полба, почему не картофель. Как удалось картофелю заместить полбу, если с полбы вкуснее? Не могу понять. А скажите, пожалуйста, вот здесь я вижу еще два сочня, вот еще два комочка да, теста. Да, у нас. Ну, крышка-то одна. Мы, видите, сделали красивый орнамент, а как же мы еще и верхушку оставим просто вот тесто, мы из нее сделаем такие красивые, тоже я вам покажу. А самое интересное в баляше, это же защипа, которую умеет делать не каждый, что сборка баляша. Это у нас с вами основа.
А вот это я неправильно сделал. Видите, я никогда не смотрел своими глазами, как это делается. И когда я готовил балиш, я сначала накрыл его тестом, а потом пытался прилепить к тесту вот эти вот оборочки. Сначала а вы совсем мы... по-другому да. делаете, оказывается. Сначала мы тесто вот так вот. Вот как, оказывается, надо делать. Вот в чем хитрость. Вот в чем татарская хитрость. Да. Так. Сейчас мы сначала один наш шарик раскатаем, закроем его, а потом уже сделаем орнаменты. Альбина, вот я плов 45 лет учусь готовить. Все еще учусь. А вы уже сколько лет учитесь балиши готовить? Вы знаете, абсолютно не так долго, потому что дома у меня мама всегда готовила, на работе Нарджихана поготовила, но, скажем таки, пандемия заставила меня научиться готовить балиши, я просто в них влюбилась, и сейчас уже не могу. То есть я всегда... Ну, чтобы вот так научиться готовить... С какого раза получится? Если большое желание, то и с первого раза. На самом деле, вот наши ручки решают все. Ну, наверное, еще смелость некоторая. Да, главное не такая бояться. Здоровая не бояться. Нахальность должна быть у человека. Я возьму и сделаю. Да. Раз другие делают, конечно. Почему я-то не сделаю? Абсолютно верно. Ага. Вот это надо прямо близко-близко посмотреть. То есть это тесто туда под низ чуть-чуть? Да. Вот этот верхний листик теста. И защипываем. Да. Как на пирог. Красиво. Ну, красиво, ничего не скажешь. Красиво. Красота еще у нас здесь. Так вот. Уже красиво. Ставьте как... печь, да и все. Я съем и так. Когда мы его до конца сейчас соберем, поставим листики. А что, вот эти вот листики ничем не приклеиваете? Нет. Ну, яйцом каким-нибудь там смазать, чтобы они приклеились, нет, получится. Оно и так хорошо. И так приклеится? Да. Эдакое солнышко, что это? Подсолнух, что это? Что это такое? Как бы вы это обозначили? Вы знаете, многие в моих балишах видят человечков, которые держатся за ручки. Вот так вот? Я хочу, да, вот вы тоже посмотрите, когда он будет готов, что вы увидите. Альбина, а где же дырочка? Я слышал, сейчас... что в балиш надо наливать бульон. Вот как где раз дырочка? Таки у нас посерединке будет наш цветочек. Но у нас еще не все защипыванием. Самое интересное, знаете, я хочу вас научить красиво защипывать тесто. Будете пробовать со мной? Наши пальчики должны вот так вот. Ну, скажите, как на ячпочмак. Да. Ну, давайте, буду поворачиваться, вы защипываете. Не, у вас пальчики тоненькие, у меня пальцы большие. Понимаете? Знаете, у вас получится красиво, а у меня некрасиво. Потом все будут говорить, да, вот куда это Мустали, куда Альбины. Это все для девочек работа. Поэтому, да, наши бабушки, мама, у каждой хозяйки был свой рецепт приготовления балиша. Ну и самое главное, дырочка. Просто пальцами? Да. И накрываем нашей розочкой. И сюда розочку, да? Да.
Ну все, понеслась душа в рай, пошло сплошное украшательство. Все это на вкус никак не влияет. Это все влияет только на первое впечатление, конечно. Когда человек посмотрел и говорит, ох, как много сил вложено в этот балищ. Это правда. А что повар хочет сказать вот этим украшением? Он показывает свою любовь к тесту. К тесту? Конечно. Кухне татарской. Альбина, разве к тесту любовь? К своей любимой культуре, кухне татарской. К людям. Нашей. И к людям, конечно. Людям, для которых это готовится, конечно. Смотри, как мы тебя любим. Вот что говорит повар этим сам, да? Да. Ну, а с тестом, конечно, просто надо научиться работать. Mm-hmm. Да, и многие мужчины говорят, вот тесто у меня не получится. Посоветуйте им что-нибудь, пожалуйста. Главное не бояться. Вы же об этом говорили. Главное я не бояться. Я всегда так говорю. Да. Говорю, не бойся, и все получится. Было бы желание, можно всему научиться. Я самоучка. У меня Ладно, вон какая преподавательница сидит. Не бросает ученицу в трудный момент. А теперь она говорит, самоучка. Но я по профессии экономист, не повар. Поэтому самородок. Скромно. Так, ну все, мы теперь должны его смазать яичком. И можно отправлять в печь. Ну, смажем и отправим. Значит, записываю. Все очень богато украсить и смазать яйцом. Да? Да. Яйцо для смазки. Так. Сейчас мы его быстренько подготовим для нашей печи. Украшать можно до бесконечности, поэтому надо все-таки уже остановиться и отправляем его в печь. Давайте. Готово. Сколько ждем? Часа 3-4 будем томить. Сколько? Часа 3-4. Да ладно, что от него останется? Тесто ж пригорит. Мы его можем накрыть еще фольгой обязательно. Фольгой накрыть. То есть после того, как зарумянится, да. Или как? Или да, сразу? Как корочка вот такой золотистый колер, да, подойдет, и потом уже можем накрыть фольгой. Понятно. О, так он уже зарумянился, смотрите. Ой, ну все здорово. Теперь мы можем спокойно его накрыть вот так вот фольгой, чтобы он у нас не подгорел с вами. И дальше томился в нашей горячей печи. Все, готово. Альбина, я не понимаю, ну 3 часа-то еще не прошло. Еще только 2,5 часа прошло. И что мы его достаем? Ну, мы сейчас его будем заливать бульончиком. Так. Мы специально оставляли вот такое отверстие. То есть для сочности, да? Обязательно, конечно, наш балешек, чтобы был сочным. Балеш обязательно должен быть сочным, поэтому мы и добавляем туда говяжий бульончик. Ну, он уже не добавляется, слушай, там места смотрите, нету. Как он там своего досок, вот сколько смотрите, ровно. Смотрите, как он... Давайте немножечко так вот. Там прям это надо. Что он впитался, вот так вот начинка прям у нас. Ой. Фольгой опять накрываем? Да, чтобы он у нас оставался, конечно, таким румяным, красивым. Так уже румяненый, да. Прямо идеальный, я не знаю. Он не перерумянится ли он у нас? Нет, пусть он сейчас насыщается. Ну ладно. И будет. Вот теперь открывайте. Хорошо. Наконец, дождался. Заждался.
Ух. О, какой запах выходит да, из печи. Вот это аромат. Так. Ой, прям аромат. Приоткроем. Так, аккуратненько. Ой. Вах. Вах, 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 как он кипит. Да. Отсюда прям кипит. Ну давайте, доставайте. Ой. И понесли. И понесли. Горячий. Знаете, Альбина? Сейчас земля у нас, подождите. Любое блюдо надо сначала научиться как есть. Как его кушают. Давайте попробуем наш беляш. Надрежем сверху. Это чтобы мы могли его перемешать. Он же у нас такой сочный. То есть после того, как приготовили, надо перемешивать? Да, мы сейчас вот так вот его приоткрываем. Смотрите, какой он ароматный. А главное, сочный. Вот для чего мы туда бульон заливали, чтобы вот он у нас вот такой вот прям... Вкусный, ароматный. Такая прям вот хорошая, очень качественная каша из полбы получилась, да, внутри да, балища? Да, смотрите. В тарелочку мы обязательно кладем начинку и обязательно тесто. Кусочек. Вот на эту тарелочку положите мне, пожалуйста. Так. Смотрите, какой он какой? Сочный. А мясо, как она разварилась, мясо. Да, мясо, мясо прямо. И обязательно мы ставим порционно каждому вот такое вот тесто. Корочку, самое вкусное. Можно я полюбуюсь сначала этим тестом? Я хочу им полюбоваться, я хочу им вдоволь полюбоваться. Какой прекрасный город. А я хочу, чтобы вы его обязательно попробовали. Согласен. Приятного аппетита, дорогие друзья. Желаем вам больших кулинарных успехов. И изучайте. Изучайте вместе с нами татарскую кулинарию. Такую настоящую. Такую красивую, такую честную кухню. Давайте, приятного аппетита еще раз. Темлебулсен. Запоминайте. Ошингыз. Ошларыгыз темлебулсен. Ошларыгыз темлебулсен. Запомнили? Это означает по-татарски приятного вам аппетита. Темле ме? Чудо тамле. Вик темле. Вик темле.